38-летний Джастин Тимберлейк до сих пор разбирается с последствиями неприятной истории, в которой он оказался. Близкое окружение артиста сообщило, что ему не удалось полностью загладить вину перед супругой, 37-летней Джессикой Бил. На днях артист вернулся домой в Лос-Анджелес. Близкие друзья Джастина признались, что окончательного примирения с женой у него пока не произошло. Он вернулся, но пока будет жить в гостевом доме. Джессика все еще не может его до конца простить. Если бы эта ситуация произошла не на глазах у миллионов людей, было бы проще все забыть. А так, он поставил ее в откровенно дурацкое положение. Сейчас, когда съемки закончились, он попробует все исправить, заявили они в беседе с The Blessed. Недавно музыкант стал причиной громкого скандала. На съемках фильма «Палмер», которые проходили в Новом Орлеане, певец был замечен флиртующим со своей коллегой. 30-летняя Алиша Уэйнрайт после работы сидела рядом с Джастином, положа руку ему на колено. Сам Тимберлейк был изрядно пьян и не стал останавливать романтическое внимание со стороны молодой актрисы. Когда эти фотографии были обнародованы, фанаты артиста переживали, что его отношения с Джессикой оказались на грани развода. Несколько дней исполнитель хранил молчание, а затем публично извинился. Отношения Джастина и Джессики переживали свои взлеты и падения. До начала своего романа в 2007 году они несколько лет дружили.